В округе продолжают комплексно благоустраивать дворовые территории. В 39 дворах в этом году установят современные детские игровые комплексы и спортивные площадки в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда». Ход работ на улице Гаршина в поселке Томилино проинспектировал секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий. Детская площадка у дома номер 1 по улице Гаршина была установлена очень давно. Со временем многие ее элементы износились, поэтому родители перестали сюда водить детей. Было очень много обращений от жителей. Детская площадка была травмоопасна здесь. Собственно говоря, включили ее в список на благоустройство детской игровой площадки по программе губернатора Андреевича Воробьева «Наше Подмосковье». При обустройстве нового игрового пространства территорию площадки увеличили до 450 квадратных метров. К монтажу элементов приступили в середине июля. Установили горку, качели, карусели и веревочный парк. Чтобы покрытие служило долго, рабочие нанесли слой резиновой крошки. Теперь приступают к нанесению основного покрытия. Площадки мы выбираем или дворы мы выбираем, исходя из мониторинга социальных сетей, исходя из обращений жителей. А также эти вопросы поднимают, решают наши депутаты, депутатский корпус, есть общественная палата. То есть там, где мы видим, где идет максимальное количество обращений, и в совокупии, в конечном итоге, принимаем такое коллегиальное решение, где какие площадки строить, оборудовать. Кроме детской площадки на улице Гаршина, в округе по губернаторской программе установят еще 7. По 3 адресам работы уже завершены. Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий новые детские спортивные площадки в этом году появятся в 39 дворах. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.